День сотрудника ОВД традиционно отмечается 10 ноября. В этот день друзья, близкие и вся страна поздравляют доблестных стражей правопорядка и вспоминают о тех, кого уже рядом нет. На прошлой неделе в Касимове в торжественной обстановке был открыт памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел. В преддверии праздника нашего профессионального дня сотрудника органов внутренних дел. Настоящий сотрудник органов внутренних дел при защите своих граждан, при обеспечении правопорядка, должен быть готов отдать и здоровье, и свою собственную жизнь. Памятник погибшим сотрудникам воздвигли по инициативе руководства и личного состава Касимовской полиции при содействии общественных советов и Совета ветеранов. Символично, что церемония открытия памятника состоялась в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. На монументе высечены имена касимовских сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебного долга. Сомневаться в том, что служба в полиции подчас требует проявления героизма, не приходится. Так, 3 ноября младший сержант полиции Владислав Трубилов спас утопающего мужчину. Полицейские заметили, что тревожные крики доносились с плавучей пристани на берегу Оки. Спустившись к ней, стражи порядка заметили в реке человека, который тщетно пытался удержаться над водой. Увидели вот на том самом месте человека. Мы быстро побежали к нему. Вот. Пару минут он держался на воде, потом уже, так как на нем была одежда, силы уже закончились у него. Позже выяснилось, что 29-летний житель Касимова перед тем, как оказаться в реке, изрядно напился. Если бы не оперативная помощь, то ситуация могла бы закончиться трагически. Одежда, намокнув в ледяной воде, быстро сковала движение мужчины и утягивала его на дно. На берег бедолагу вытащили совсем обессилевшего. После помощи врачей здоровью пострадавшего ничего не угрожает. За самоотверженные действия по спасению утопающего руководство Касимовского отдела МВД России представило младшего сержанта полиции Владислава Трубилова поощрению. Никакого чувства страха не было. Было такое вот чувство такое, ну, человеку оказать первую помощь. Сегодня сотрудников самой благородной, но и одной из самых опасных профессий поздравили и в региональном управлении МВД. Возложили цветы и венки к мемориалу погибших при исполнении, поздравили ветеранов ОВД, отметили передовиков профессии. Полицейские ежедневно ведут самоотверженную борьбу с преступностью, коррупцией, террористической опасностью, с честью выполняют служебный долг, проявляя при этом героизм и мужество. Каждый из них стремится сделать все возможное для того, чтобы надежно хранить общественный порядок и спокойствие на улицах, укрепить уверенность жителей в том, что и они сами, и их семьи защищены от преступников.